Доставка из Москвы в Краснодар. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Отключение 90. Походу эта мелочь кочует с поста на пост. Фура не туда заехал. Фура не туда заехала. Под Т-пас заехала. 140, держи. Веселая жизнь начинается. Что, реально? Через 1 километр. Кончилось все равно. Краснодар стороной обходит. По-моему, да. Да, нам через 9 километров налево. А Краснодар направо. Поэтому...
представляешь, как мы будем обратно лететь? Может, надо было все ехать. Да не, нормально, мне кажется, там будет контингент. Лично самолетов не летает. Да хорош, что самолет дешевле поезда стоит. На, готовится. 90. Самолет дешевле поезда. Поэтому все надо. Все отлично, да? Ну, я думаю, да. Надо было переплатить 300 рублей. Мы два русских человека рядом сидели. А что, не думаешь, так будет, что посадят? Будут рассаживать кого-то? Я думаю, да. Я думал, присел, там и сел. Так. Не, хорош, что, такого уже давно нету. Где сел, там и сел, такого уже. Не будет? Нет, такого уже не существует. Просто все то же самое. Да. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Что там, рыба целая куча, да? Я не вижу. Что-то там бликнуло. Не, нормально, да, хорошо. Впереди камера. Ограничение 90. Через 500 метров держитесь левее на европейский маршрут Е50. Европейский маршрут Е50. Километров.
Краснодар. Мальчик еще ни разу не появлялся. Так, а вот здесь я на самом деле уже ни разу не был. По-моему. Я уходил туда направо, на Краснодар. На самом деле очень плохой вариант для перегонов это Питер. Да? Платят вообще копейки. Там что-то порядка 11 тысяч рублей. Да. А что так? Ну, слишком большая конкуренция. Даже какой-нибудь, знаешь, там, не знаю, Нижний. Воронеж, и то интереснее. Да. Чем Питер. Питер вообще отстой. В плане перегонов. Грузовой пока одно колесо поменяешь, рабочий день закончится. Да я у него видел, и специально от меня крутишь. Ну, с усилием. Но специальная примочка. Назначение смотрел, где бревна он вез, а также этот везет эти. Профили. А в этом, прикинь, когда Уральский порт уже переехал, двигаешься, не знаю, какой-нибудь там в сторону Тюмени. Едешь вот так вот, ни машин, никого, едешь там. Ну, иногда, конечно, кто-то там догоняет, обгоняет, навстречу попадаются. Но вот зачастую вот примерно вот так вот. И дай бог там ебаться, так сломаться, да? Да-да. Это поможет. Thank you.
арабские деревья. Кстати, Октавия поменьше жрала. Конечно. Да, жрала 5 Работники года. Небо затягивает. Полях всяких мышкам, всяких, да, и так далее. Да, пока раздолье. Столько жачки, да? Просто никаких проблем со жачкой. Там мышки-олигархи. Thank you.
Найди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Поверишь, да, если кто-нибудь скажет, что в России дороги плохие. Москва-река. Это Москва-река, а не вонючая речушка. Алло. Алло, связь плохая. Ну, связь плохая в трассе-то. Да ну нет, конечно, ну хорош-то. Завтра последний день голосования, надо успеть вернуться. Конечно. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Еще раз. Да, Юля. Хорошо, а ты уже в такси, нет? Я понял, ладно, пиши. Газпромнефть начала... Газпромнефть начала появляться. Да мне вообще уже кажется, можно кондей выключать, открывать окошки и с окошками ехать. Как-то. Даже на улице плохо. Градусов, пора печку включить. Выбыли, они как пиздец. Надо немножко это проветрить.
карантин, въезд в населенную зону запрещен, населенный пункт запрещен. Поля еще так разделены широкими этими посадками деревьев. Всегда удивлялся, вот куда по трассе идут эти туристы. Откуда они берутся и куда идут? Поехали по встречке. Нормально объехали эти толпы сразу. Ограничение 60. Лады везут занижать. Да. Или уже заниженные туда везут. Сейчас вы залезете, катали, подходите. Да ну какой там. А стоять так как-то непривычно, да? Ты убрал? Упал от жалца.
сервис закрыт на объявление. Не знаю, это сервис нет-нет, вылетают халявные варианчики. Да? Да. Не то чтобы халявные, знаешь, просто не надо этот тоже как-то, знаешь, там свою работу занижать. Таких 2-3 простых заказика, хоть и там 6-10 тысяч. Ну, с удовольствием таким заказом выполнял. Как с Октавией, да? Еще у нас что-то Октавия. Ну вот этот. Ну немножко посложнее, конечно, было по сравнению с Октавией. Форд? Нет. Мазда. Не-не-не. BMW бронированная. А что за Форд? Мазда помню, а Форд? Я не Мазда, не так много. Осуществляет прямые поставки контрактных и новых запчастей из Японии и Европы с гарантией и возможностью установки. Магазин «Автолидер». Город Тихорецк. Авторынок. Улица Очкасова, 92. Телефон 8-928-271-13-73. Часы работы с 8 утра до 17 часов. Без перерыва. Выходной день – понедельник. Внимание! Магазин «Автолидер» расположен внутри авторынка. Скорость, драйв, движение, риск, всплеск адреналина или спокойствие неторопливых прогулок. Вы решаете, что вам необходимо, а мы поможем подобрать нужный вам велосипед. Горные велосипеды, БМХ-ы, велосипеды для прогулок и велокросса, детские подростковые с оптимальным соотношением цены и качества, оформление в кредит, гарантия, магазин «Спортландия», Московская, 95-3. Здесь какой-то Кирилович Песков. Перекусить или по полной прорыве кусить? По полной. Ароматная. Кирилович Песков напоминает прям пиздец как. Что? Вот это вот радио. А, что-то. Радио. Thank you.
Закат. Да. Так может там остановиться в каком-нибудь Пятигорске? Да? Потом добереть до туда, да? Да, а рассветет и добереть. Или что там, Ставрополь будет? Давай сейчас погуглим. Ну, на самом деле, да, блин, до Пятигорска, я боюсь, мы не доедем. Ну, до Ставрополя 2 часа 36 минут, 203 километра. Ставрополя 272 километра, 3,5 часа. Если мы в 4 часа стартанем, мы в 7 будем на месте. А ей я позвоню, скажу, что не надо торопиться. Часиком к 9 мы приедем, так как у нас самолет в 11. Или во сколько у нас? В 10. Что, в Ставрополь ставить? Ну, давай, пока едем, а там... А нам поворот надо делать. Да? Да. До Ставрополя сколько? До Ставрополя 200. А по времени? 2.30. А сейчас время сколько у вас? 18.40. 6 часов, да? Да. Еще мало чего, может подальше дорогу. Темно будет. Через 2 часа. В Пятигорске делать нечего. Ставрополь тоже одни чехи. А? Ставрополь тоже одни чехи. Этот, через 2 часа будет темно уже, потому что в 19.50 закат. Это в Москве он в 9 часов. 9.50, по-моему. Ставрополь, конечно... Что там потом делать? Спать? Где? Спать завалюсь? Погулять по Ставрополю. Да что там, где там гулять? Ставрополь. Одни крючки. Чечня такая. Поехали, пока едется. Но я боюсь, что мы до крупного... Так, мы пока еще в Краснодарском крае. Да. Я боюсь, что мы до крупного города не доедем сосвета. В Ессентуках был, можно в Ессентуке поехать. Но это не, это далеко и долго. Это 3 часа перейти, да. Армавир. Там, где
делать вообще не нужно, мне кажется. Кропоткин, Армавир, Успенская. Там, скорее всего, нету. Невиномыс, Курсавка. Вот, куда это такого? Фазан, Сазан такого. Шел прям. Да. Минеральные воды, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск. Залуку-Куаже. Залуку-Куаже. Капец. Баксан. В общем, Ставрополь немножко в стороне. По пути у нас Армавир, Пятигорск, Пинкода. Ну что, по пути будем ехать, сейчас посмотрим, как будет обстановка. Покушали мы знатно, да? Да. Поэтому я и спать особо не люблю, потому что переезжал прям вот это. Юлика, да. Алло. А куда ты пошла пешком? Да. Но они не точку, они адрес видят, куда подавать. Тоже на... Так. Да, видят. Ну и что ты в итоге на автобусе? То есть ты была на этом, на набережной, и пошла обратно через территорию офиса туда, на Варшавку? Ну ладно. Это вот тебе все застёк твой. В автобусах сейчас никого нету. Что, есть люди в автобусах? Люди в автобусах ездят, да? Мы мимо таких тощих коров проезжаем. Что-то вроде... Да, жрачка есть, а что-то они такие тощие. Короче, мы уже выезжаем где-то на выезде из Краснодарского края и на подъезде в Ставропольский край. 400 км осталось. 400 км до места. Ну, не всего, а мы уже купили билеты на завтра на 11 часов. Где-то 2 с копейками, 2 с половиной, может. В машине где? Какие варианты? Да ладно, нормально. Не впервой. А мы сейчас возьмем тогда и в Сочи рванем.
Варшавке? Ну, ты же на автобусе, автобус. Слушай, а ты попробуй на Варшавке вызвать гет. Вот пока идешь, попробуй гет вызвать. Ну да. На остановку или к пешеходному переходу, где ты выходишь. Ну, на ту сторону, на той стороне. Попробуй вот сейчас время не трать, а вызови. Да не, ну понимаешь, просто по набережной мало кто ездит из гетто, а по Варшавке там поток большой. И очень даже может быть. Хорошо, я там на ожидание поставлю. Не, послезавтра. Да не, ну какие планы? Сюда приходить. Четверга. Ну, да пока, да. Ну, конечно, проезжали. Вот только что слева было от нас. И с подсолнухами, и с пшеницей, и с кукурузой. Вот да что снимать, господи, первый раз что ли это видим. Ну сейчас, если будет что-нибудь еще с куткой, то что. Ты пропадаешь. Я пропадаю. На, вот я тебе сейчас сфоткаю подсолнух и отправлю. Отправляется. Ну что связь здесь никакая. А что, ты уже дошла до Варшавки? Ну, то есть ты решила такси не заказывать, да? Ну да. А в какое? В Москворечье? А ты же завтра не. Завтра же выходной. Ну, из дома поехать в Москворечье, а зачем? Кого? Ну не всегда. Так,
все, давай, пиши, пиши, где ты там, что ты там. Забрал все.